Чемпион мира по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов рекомендовал всем лыжникам трассу в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове. Он считает эту трассу самой живописной. Спортсмен оценил хорошую освещенность и универсальность. Круг подготовлен под катание на лыжах с любыми ходами. Классическим, коньковым, сказал Петухов. Отдельно Алексей отметил возможность взять лыжи в прокат и переодеться в теплой раздевалке.